Добрый день, меня зовут Бушуев Вячеслав, я руководитель ландшафтной компании. И сегодня я вас хочу познакомить с плодовым крупномером. Это яблони колоновидные, возраст у них 5-6 лет, и они уже находятся в стадии активного плодоношения. То есть вот вы можете видеть, да, то есть вот плоды, то есть уже мы их начали кушать, употреблять. Вот, и находится, вот, все уже дает. То есть очевидный плюс именно крупномерного озеленения по плодовым культурам, что это не нужно саженец, который, если вы покупаете годовалый, вытягивать его, формировать крону и выводить на стадию плодоношения. Там это может занять 3-4 года, а здесь уже все готовая плодовая культура, которая уже находится в стадии плодоношения. И все, вы сажаете у себя на участке и уже начинаете в первый же год получать плоды и заготавливать на зиму. Все.